Привет, друзья! Еще раз, только что прошел наш вебинар, и мне уже написали в личку, что параллельно смотрели, кроме нашего метода, еще какие-то другие методы, и нигде такого метода в мире нету. Поэтому я прошу вот эти вещи, пожалуйста, пишите у меня под роликом сейчас. Потому что надо, чтобы больше и больше людей вовлекались в нашу школу «Человек будущего» Homo Futurus и получали эти уникальные методики, приемы, алгоритмы, чтобы могли снимать жуткий стресс в условиях неопределенности, освобождаться от головных болей, от боли в шее, лучше спать, быстрее высыпаться, ну и много-много чего, то, что сегодня получили на вебинаре. А те, кто уже был на вебинаре, можете просмотреть его еще раз, потому что, как вы поняли, там он очень большой, такой больше 3 часов, и поэтому там каждый следующий момент, ну, как звездочки включались, какие-то вопросы, полезные советы, все было на глазах, видно, индикатор напряжения, как у людей, прямо на глазах у всех. Снижался стресс с 10 до 0, выход на безмятежность, выход на хорошее комфортное состояние и использование этого состояния для развития своих желаемых качеств и способностей. Так вот, вы, пожалуйста, пишите здесь комменты и делитесь в своих группах. Я очень благодарен вам, потому что мы там, ну как обычно на наших вебинарах и бесплатных ликбезах, имели такую прекрасную общечеловеческую атмосферу, дружескую, которую вообще редко встретишь где-либо. На наших вебинарах это закономерно, потому что мы там вместе создаем науку человечности. И особенно я благодарю, конечно, организаторов вебинара, и Влада Орлова, и Федора Макарова, и кто рядом со мной сидел, писателя нашего Наташу Кузьмину из Белоруссии. Всех благодарю, и наших почетных участников, которые принимали там участие, кроме новичков. А новичкам, которые были впервые в жизни на наших встречах, которые тоже были довольны, как я понял, задавали вопросы, готовьте к следующему вебинару, готовьте целую серию вопросов, чтобы я вам быстро-быстро отвечал, и наглядно показывали все вместе друг другу, как у нас принято, не задавая никаких ненужных вопросов. Все делятся опытом. Ну, в общем, чудесно. Мне очень понравилось. Я вам очень благодарен, друзья. Очень понравилось. Я думаю, вам тоже. Поэтому это пишите не только мне в личке, а пишите вот прямо комментами сейчас. Чтобы люди, которые не в курсе вообще, о чем речь идет, что такое метод ключ и что такое синхрогимнастика, могли по комментам прочитать, что это интересно. Да. И не только интересно, но и полезно. До встречи.